В Югре продолжает действовать режим повышенной пожарной готовности. Кроме того, из-за сильной грозовой активности на территории Белоярского района планируется усиление группировки за счет Кандинского, Ханты-Мансийского и Березовского районов. Ситуацию контролируют, поэтому угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Сегодня в округе 80 специалистов тушат 6 лесных пожаров на площади 111 гектаров, 2 из которых на площади 99 гектаров уже локализовали. Пожары все-таки отступают, поэтому в ближайшее время на территории региона планируют снять ограничения на посещение поймы крупных рек, а после этого будут решать вопрос о снятии ограничений на посещение лесов. Всего в тушении задействовано 80 человек, на ликвидированных возгораниях находится 69. План появится сегодня. 13 самолетов на мониторинге и 3 вертолета на тушении.